Полицейские из Заинска задержали на месте преступления жителей Республики Башкортостан, незаконно проникшего в частный склад одного из магазинов Заинска и пытавшегося похитить бытовую технику. Оперативно задержать злоумышленника удалось благодаря сработавшей сигнализации. Находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения злоумышленник признался, что ему нужны были только два утюга и два чайника. В ходе проверки на причастность данного молодого человека на причастность к другим преступлениям было установлено, что до проникновения в складское помещение магазин он незаконно проник в магазин «Удача», расположенный по улице Елчегола, откуда совершил хищение металлического бура. На данный момент несостоявшийся вор находится под стражей. Позже стало известно, что этим же вечером он проник в еще один магазин. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.